Поехали. Все, камера нажмала, так красный горит кнопка, да? Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. Вас приветствует Леха Танк. И что я вам хочу сказать? Вот вы модифицированные телефоны. Возможно, вам даже захочется так все сделать. В данный момент расскажу, как бы лохак называется, или как это хуйня. Лайфхак. Да. Вот, ну неважно. В общем, есть такая система защитные стекла, да? То есть получается, влага туда поступает, вся вот эта хуйня. То есть упал телефон, не разъебалось, допустим, стекло ничего, а чуть-чуть там загнулось, и все, влага туда пошла, и как будто нассали туда. Вот. Ну, по всему экрану, блядь, вот это вот вся вода. Это, конечно же, неприятно, правильно? Я уже сталкивался с этим уже, на моем счету уже 10-е стекло. Вот я уже, наверное, 10 тысяч на стекла поставил. Как у меня флага попала, так все, пиздец, я меняю. Ну, может, чуть поменьше, конечно, ну, примерно 10. Вот. Ну, вот, получается, что я, значит, вот, снимай. Значит, что мы, значит, изобрел для этой проблемы. Взял и под стекло подзащитное захуярил строительный герметик. Вот это. Все. Все сидит. Правда, ебался я с этим долго. Муздыкался. Все. Под камерой, везде все. Все. И все работает. Вот. Сейчас. Вот, все. И фронталка. Как видите, все, все работает. Вот. И в данный момент, если телефон разъебется, то разъебется конкретно. Стекло. Скажи, какой герметик использовал? Герметик. Герметик мы использовали, значит. Вот. Ну, можно и другого состава, я так думаю. Может быть, чуть помягче. Потому что этот герметик сильно это самое сохнущий. Можно какой-нибудь другой попробовать. Ну, это я еще не пробовал. Ну и подклейка камеры, модернизация. Здесь, значит, это уже по модернизации мы, значит, пошли. Здесь, значит, использовалась краска военного производства. Вот. И трафарет сделан своими руками. Вот. Значит, тут слоев, наверное, где-то, может, слоев, наверное, 6, наверное. Может, где-то краски. То есть, значит, если он летит, отбиваются куски, сам не сыпется ни хера. Краску никак ты не сдерешь, ничего не сделаешь. То есть краска намертво, совершенно. То есть телефон падает, краска страдает, телефона нихуя. Вот, вот что я вам и хотел предоставить. Вот. Давай поближе. Рубрика у нас «Охуенные ручки» называется. Вот, вот так вот, видите? Все. Правда, конечно, пальцами все мазал. Пальцами, бумагой, как подлез. Вот, все, все. Ну, как тяп-ляп немножко, но влага не попалит нихуя, хорошо будет. Вот, всем советую. Так что, вот так вот. Все, заебись. Здоровье, самое главное. Ну и... Мирного неба под головой. Модернизации. Да, все.